Протащил на капоте. 4 апреля Toyota на пешеходном переходе сбила женщину. ДТП произошло в 7 утра на зебре у перекрестка проспекта Мира и улицы Маяковского. 45-летний водитель иномарки при повороте не увидел женщину, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сбил ее и протащил ее на несколько метров вперед. 55-летняя пострадавшая госпитализирована в больницу с переломами и ушибами. По факту ДТП ведется следствие. Просили свидетелей очевидцев. В ходе дознания будем выяснять виновность того или иного участника дорожного движения. На это есть установлено законодательством время. Будем изучать тяжесть полученных последствий и ранений пешеходом самим для принятия законного решения. Уже вследствие дознания мы установим виновность как пешехода, так и водителя. С начала года на дорогах Сургута зарегистрировано 80 аварий, в которых 3 человека погибли и более 110 получили травмы. В 24 ДТП участниками стали пешеходы. По их вине произошло 5 происшествий.